Здравствуйте! Вы смотрите новости на городском телеканале ЮТВ. О важных и интересных событиях этого дня расскажу вам я, Ксения Цурко, и мои коллеги. Сейчас главная тема выпуска. Ученые назвали наиболее вероятные глобальные катастрофы будущего. Капитальный ремонт дорожного полотна на улице Уральской проводился еще в советское время. Оренбургский государственный аграрный университет отметил 87-й день рождения. Об этом и многом другом далее в выпуске. Ученые назвали наиболее вероятные глобальные катастрофы будущего. Подробнее об этом в обзоре мировых новостей от Оскара Басырова. Здравствуйте, в студии Оскар Басыров, и это «Мировые новости». Ученые опубликовали видеоролик, посвященный катастрофам, которые, вероятно, произойдут в следующий миллиард лет. Так, самое ближайшее, через 8 тысяч лет возникнет проблема 10-тысячного года, которая может возникнуть в программном обеспечении из-за того, что для представления года в датах используются 4, а не 5 цифр. А через 50 тысяч лет нам предрекают новый ледниковый период и исчезновение Ниагарского водопада. В течение 500 тысяч лет Земля, вероятно, столкнется с крупным астероидом диаметром в 1 километр. А еще через 500 000 лет произойдет извержение супервулкана. Ну а дальше уже по мелочи. Через 50 миллионов лет Фобос упадет на поверхность Марса, а через 100 миллионов в нашу планету врежется 10-километровый астероид, а Сатурн лишится колец. И, наконец, через миллиард лет океаны Земли исчезнут из-за парникового эффекта. Россияне в социальных сетях говорят, мол, пережили войны, распад Советского Союза, 90-е, МММ, дефолт, кризис 2008-го и санкции, поэтому никакой ледниковый период нам и не страшен. А как бороться с астероидом, нам показал еще Брюс Уиллис в «Армагеддоне». Некоторым оренбуржцам предлагают провести капитальный ремонт уже в 2018 году. Информацию собственники могут увидеть в квитанциях на оплату коммунальных услуг. В извещениях уже указаны виды работ и их предварительная стоимость. Решение о том, проводить или нет капитальный ремонт, необходимо принять собственникам на общем собрании. Там же согласуются все изменения в перечне ремонтных работ и устанавливаются сроки, если ремонт решили перенести. Кроме того, собственникам необходимо определить ответственного, который сможет принимать работы и подписывать соответствующие акты. Копии протоколов собраний нужно предоставить муниципальной комиссии по установлению необходимости проведения работ. Образец представлен на сайте Фонда модернизации ЖКХ. Для того, чтобы внести изменения в программу капремонта, у оренбуржцев есть 3 месяца. Дорога на Уральской вновь не устраивает автомобилистов. Капитальный ремонт этого дорожного полотна проводился еще в советское время. Когда же на Уральской появится новый асфальт, узнала Екатерина Роженко. Ежегодно тему состояния дороги на улице Уральской не обходят стороной. Автомобилисты возмущаются, дорожники латают дыры, но от этого лучше никому не становится. В этом году некоторые участки дороги посыпали старым асфальтом. Да горожане уже и этому рады. Изначально дорога на Уральской вела только к лагерям и дачам, а сейчас за ними жилые дома и поток машин увеличился. С каждым годом состояние дорожного полотна ухудшается, и автомобили то и дело становятся жертвами выбоин. А вот местная шиномонтажка, особенно по весне, пользуется большим спросом. С ремонтом в основном либо диск замятый, либо резина нужно делать, приводить в порядок. Так что проблем у людей как бы много. Осенью прошлого года мы стали свидетелями ямочного ремонта. Его проводили под руководством бригадира, который отказался давать нам комментарий и представился частным лицом. По словам мужчины, около 3 тонн асфальта осталось у него после прокладки дороги к даче. Он решил этими остатками воспользоваться и заделать ямы. У меня асфальт остался, вот кидаю просто и все. Остатки асфальта, которые остались. Сейчас улицу засыпали срезом, прошлись грейдером и катком. Но местные жители говорят, что после сильного дождя ничего не останется. Пошли автобусы, подсыпку эту после, на второй день, 1-2 мая пошли дожди. И все смыло. И все опять осталось, как было. Засыпали все это. Но это, мне кажется, до первого дождя, сильного такого хорошего дождя. И она опять будет яма там. Ну, первую дорогу до лагерей-то посыпали немножко, а дальше все как было, так и есть. Ну, улучшилась она. Была-то я по весне ездил вообще разбитый. Сейчас хоть отсыпали чуть-чуть. Но они вроде делать ее собираются, сколько я знаю. В управлении строительства и дорожного хозяйства подтвердили, что дорогу действительно несколько раз в год делают. На
капитального ремонта в этом году не ожидается. Ремонтировать ее в том виде, в котором она сейчас есть, это выброшенные деньги. Чтобы ее сделать нормально, это нужен проект. И, по сути, делать или реконструкцию, или практически новое строительство. В принципе, чем мы сейчас и занимаемся. Проект на данном этапе находится в государственной экспертизе. Если проект пройдет госэкспертизу, то есть возможность попасть в федеральную программу на условиях софинансирования. Тогда на реконструкцию дороги понадобится гораздо больше 10 миллионов рублей. Екатерина Роженко, Олег Берендеев, Александр Грачев, городской телеканал ЮТВ. В Госдуме предложили компенсировать часть расходов на лекарства. Мера коснется людей, которые тратят на это более 10% своего дохода. Субсидии планируют выделять из региональных бюджетов, сообщает «Российская газета». Однако компенсировать средства предлагают не на все лекарства, а только на те, что входят в состав жизненно необходимых и важнейших. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в России, согласно официальным данным, за чертой бедности находится более 23 миллионов человек. В связи с этим ситуация с обеспечением граждан жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными средствами является критической и требует немедленного вмешательства государства. Также авторы документа отмечают, что изготовление лекарств из списка в основном зависит от импортных компонентов, цены на которые за последние годы выросли от 50 до 150%. В Оренбургском государственном педагогическом университете прошел молодежный форум, организованный прокуратурой области. Участники форума представили свои творческие работы, которые могли помочь студентам разобраться в своих правах и обязанностях. Главной темой всех проектов стала борьба с коррупцией в учебных заведениях. Получение выгоды. Взяточничество – это разновидность коррупции, представляющая наибольшую опасность для общества. Листовка «Стоп коррупция», которая содержит в себе адреса и сайты учреждений, в которые может обратиться гражданин, столкнувшийся с формами коррупционного поведения. Когда у нас появилась проблема коррупции на уровне студент-преподаватель, то есть когда мы обучались, ее не было. Этой проблемы. Сегодня эта проблема есть. Очень важно, что сами студенты о ней сегодня начинают говорить и обсуждать ее. Я уверен, что вот такая форма воздействия на эту проблему, она позволит ее по времени быстро, ну, не стопроцентно, может быть, а искоренить. Чтобы искоренить, ну, полностью ее невозможно, это явление. Минимизировать коррупцию, это не должно быть спроса к тем коррупционным проявлениям. Это же показано в ролике. Идет за знаниями, в зачетку кладет деньги. Такого же не должно быть. Это, соответственно, студент, они показывают. И своим отношением говорят, что это неправильная модель поведения. Напомним, что в феврале этого года за взяточничество задержали декана исторического факультета ОГПУ Камиля Ахтямова. А накануне арестовали Ольгу Буреш, декана экономического факультета ОГУ. Женщина находится под домашним арестом. Оренбургский государственный аграрный университет отметил свой 87-й день рождения. В честь этого события у главного корпуса вуза установили памятную стелу. Тему продолжат мои коллеги. 3, 2, 1! 16 мая 1930 года вышел указ о создании Оренбургского сельскохозяйственного института. Из Самарского сельскохозяйственного института было выделено два факультета, ветеринарный и зоотехнический, переведены к нам в город Оренбург. Уже 1 сентября 420 студентов сельскохозяйственного института приступили к учебе, причем места для обучения были распределены правящей партией. 50% из числа рабфаковцев и десятиклассников, 20% из детей рабочих, бедняков и колхозников, а остальные 30% выделили для интеллигенции. Мы 57 лет назад окончили этот вуз, 57 лет назад. Работали на Целине и опять вернулись, и сейчас работаем до сих пор. Это, конечно, для нас, понимаете, ну, альма-матер. Живи, аграрный, гордый и свободный. Мы сыновья и дочери твои. С нами занимались выдающиеся ученые.
Кстати, первый заслуженный деятель наук в Оренбургской области, Садовский, Хруцкий, Удовин, Симонов, это профессора, которые создали научные школы и продолжателями которых мы являемся сейчас. Когда я здесь пришел, мне показали, какой здесь актив, какие здесь замечательные люди, как все друг друга поддерживают. А здесь мне очень уютно и комфортно, сюда я прихожу как на праздник. Я люблю задружную семью преподавательского состава, студентов и вообще любого человека, которого коснулось, вот универ коснулся. Конечно же, знания – это главная цель этого обучения в АГАО, но помимо этого, конечно же, главное, что мы можем делать вот эти вот движения, люди обращают на нас внимание, и за это наш университет очень ценится, как нами, так и остальными жителями нашего города. И мы бы хотели отметить и 90 лет его. Ну и 100 лет, если можем попробовать. В 1994 году сельскохозяйственный институт переименовали в сельхозакадемию, а позже вуз получил статус университета. Сегодня в ОГАУ 8 факультетов, где получают высшее образование почти 8 тысяч студентов. Гульнар Давлетолинова, Иван Медведев, городской телеканал ЮТВ. В России товары проверят на соответствие ГОСТу. После проверки Росстандартом компании получат право маркировать свою продукцию знаком национальной системы стандартизации, сообщает агентство РИА Новости. Если в ведомстве выявят нарушение, производители привлекут к административной или уголовной ответственности. Компанию могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей. Проверка начнется в 7 регионах – Нижегородской, Кировской, Оренбургской, Волгоградской, Омской, Свердловской областях и в Крыму. Оренбургскому антикафе 3 года. Отметить праздник создатели заведения необычного формата приглашают своих друзей, тех, кто уже успел стать постоянным гостем, и тех, кто еще ни разу тут не был. Не кафе, не привычный общепит, которых в Оренбурге десятки. Сюда люди приходят не поесть, а приятно провести время в кругу друзей. Тем более, что для этого здесь созданы все условия. У нас есть настольные игры, настольный теннис, у нас есть чай, кофе, который входит в стоимость, опять же. У нас есть игровые приставки, у нас есть кинозал. Все это бесплатно, все это в доступе, свободном. Суть не кафе проста. Приходишь, оплачиваешь время посещения и занимаешься чем хочешь. Неудивительно, что у заведения очень быстро появились постоянные гости. Здесь, правда, по-домашнему приходишь, и такая атмосфера. Мне здесь очень нравится просто, я не знаю, как это еще описать. Вот, ты можешь спокойно посидеть, можешь отойти куда-нибудь в другую комнату, уйти, сидеть спокойно один. Можешь заниматься чем хочешь здесь. Тут такая атмосфера очень уютная и вообще очень интересно. То есть плюс можно прийти одному и завести тут друзей. Повязаться со старыми друзьями, завести новых, круто провести время, поздравить любимое не кафе с днем рождения можно будет совсем скоро. 21 мая Никафе будет 3 года. В новом формате, в новом месте. Это хорошая возможность для тех, кто еще не был у нас в гостях, посетить и посмотреть, как у нас здесь. В программе вечера игры, викторины, конкурсы и, конечно, хорошее настроение. Карина Тумасова, Ксения Цурко, Иван Медведев, городской телеканал ЮТВ. Музеи, галереи, концертные и выставочные залы откроют двери для оренбуржцев в вечернее время. Всероссийская акция «Ночь музеев» состоится уже в эти выходные. Традиционной площадкой станет губернаторский историко-краеведческий музей. Мы встречаем всех тетрализованным приветствием на нашей центральной лестнице. Пройдет вот как бы основное мероприятие, посвященное вот тематике революции. Называется оно «Вихрь революционных событий», где мы представим коллекцию нашего музея именно вот по этой теме. У нас будет работать творческая мастерская, интерактивная экскурсия, которая будет называться «Главный экспонат природы». Вечернюю программу для оренбуржцев готовят и областной музей ИЗО. Тематические выставки, концерты, спектакли, выступления артистов и фокусников. Все площадки будут посвящены году экологии в России. Стартует концертная программа на площадке музея, в которой примут участие различные коллективы нашего города. Будут у нас проходить мастер-классы различные, к примеру, по эбру, там это рисование по воде, энкаустика. Будет работать на площадке музея у нас ярмарка, где посетители смогут там выбрать какие-то себе сувениры. В залах нашего музея будут работать научные сотрудники, которые по каким-то вопросам могут проконсультировать.
В акции «Ночь музеев» примет участие и Оренбургский аэропорт. Музей гражданской авиации будет ждать посетителей с 12 дня до 10 вечера. Гости смогут посмотреть самолеты, подняться на борт, заглянуть в кабину пилота и даже посидеть за штурвалом. Все экскурсии проведут бесплатно, но организованные доставки к музею не планируется. Акция посвящена Международному дню музеев. Впервые она прошла в Берлине в 1997 году. С тех пор к ней присоединились около 2000 музеев из 40 стран мира. В Оренбурге мероприятия пройдут 20 мая с 18 до 24 часов. Президент Зимбабве Роберт Мугабе не спит на встречах, а дает глазам отдохнуть, заявил его пресс-секретарь. О нем и других известных любителях поспать расскажет наш гость из Сербии Мирко Здравич в своей рубрике «Из России с любовью». Здраво! В сети появились фотографии президента Зимбабве Роберта Мугабе, где тот на различных заседаниях сидит с опущенной головой и закрытыми глазами. Все признаки сна, скажете вы. Да не тут-то было. Пресс-секретарь президента развеял слухи, сказав, что на публике глава государства не спит, а просто прикрывает больные глаза, давая им отдохнуть. Уснул, чувак? Нет, что ты... Задумал. Все. Не хочешь сделать операцию на зрение? Говорят, из 1500 не помогает только одному. На такой риск я пойти не могу. Мол, у него проблемы с глазами, и ему следует избегать яркого солнечного света. Оппозиция регулярно обвиняет президента в том, что 93-летний глава государства не может исполнять свои обязанности. Мол, дедушке давно пора на покой. А вот жена президента не согласна. Говорит, что он должен принять участие в следующих выборах даже в виде трупа. Он старый. Да, я стар. Но не бесполезен. Ты задел его чувства. Возможно, у Роберта Мугабе просто энергосберегающий режим. Потому-то он и правит страной почти 40 лет. Он, например, нашего премьер-министра Дмитрия Медведева тоже долго обсуждали после случая на Олимпиаде, когда его запечатлели якобы спящим. Утомился парень. А по-твоему что, богатые не устают? А вот в Северной Корее в позапрошлом году Ким Чен Ын расстрелял министра обороны и по совместительству своего дядю из зенитной пушки за то, что тот заснул на совещании. Но то Северной Кореи, другой менталитет. А вот в России вздремнуть на заседании не зазорно. Тут засыпать подсказки с детства привыкли. До новых встреч! Это было последнее сообщение в выпуске. Меня зовут Ксения Цурком. Напоминаю, что все наши новостные материалы вы можете найти в социальных сетях. Далее вас ждет прогноз погоды. Оставайтесь на ЮТВ. По данным портала meteoparaplan.net, 17 мая в Оренбурге ночью 4 градуса тепла, утром облачно и температура составит 11 градусов выше нуля. Днем солнечная погода и столбик термометра покажет 17 градусов со знаком плюс, ночью без осадков и от 11 до 13 градусов тепла. Ветер восточный, умеренный, атмосферное давление в норме. В Орске ночью плюс 4, утром облачно, без осадков и на термометре 11 градусов тепла. Днем ясная погода и воздух прогреется до плюс 17. Вечером ясно, без осадков и до 17 градусов выше нуля. Ветер восточный, слабой силы, атмосферное давление в норме.